Коллеги, всем привет! Уже 11 утра по Москве. Давайте, наверное, потихоньку начинать. Меня зовут Илья, компания Пиматика. Сегодня с нами Елена Федосеева, компания 3CX, Республика. Всем добрый день. Да, и как и было анонсировано, сегодня с нами присутствует мой партнер 3CX в России, компания OmniLine, а именно Олег Агапов. Я так понимаю, что Олег в чате. Когда и если он захочет добавить, обязательно тоже подключится. Я так понимаю, что сейчас непосредственно в полях работает, но своим опытом при необходимости тоже, конечно же, поделится. Но у нас много партнеров, которые могут поделиться своим интересным опытом и, возможно, знают продукт чуть ли не лучше, чем мы с Еленой. И сегодня в чате на вебинаре такие тоже присутствуют. Вообще аудитория получилась достаточно разная. И новые лица, и партнеры действующие, которые все знают, все умеют, сами могут рассказать. Поэтому вебинар у нас получится такой немножко общий, чтобы угодить и той, и другой аудитории. Ну, давайте, наверное, начнем потихоньку. Основная тема сегодняшняя – это, конечно, миграция на 3CX с решений, которые уходят с российского рынка. Ну, понятно, что сегодня у нас собрались партнеры из России, поэтому будем называть вещи своими именами. И в первую очередь, как бы, необходимость этого вебинара была создана санкциями, введенными уходом с российского рынка различных брендов. Ну и сразу, наверное, самое важное, что нужно сказать, что 3CX – это компания кипрская, юридическое лицо, находится в Объединенных Арабских Эмиратах, в санкционных историях не участвует, так что можно не переживать по возможному прекращению работы решения 3CX в России. Про само решение широко рассказывать не будем. Я вчера удалил примерно 20 слайдов, рассказывающих про то, какой классный продукт 3CX, но все-таки тезисно нужно повторить вообще, что это, о чем мы говорим. 3CX – это не просто IP-ATS, это полноценная коммуникационная платформа, которая реализует принципы Unify Communication, ну или Unify Communication и Collaboration, как сейчас принято говорить, больше символов стало в этом термине. Это, конечно, и платформа IP-телефонии, чат, возможности проведения аудио, видеоконференции, вебинар, вот, собственно, как мы сейчас в этом вебинаре участвуем и все вместе общаемся. Мобильные приложения, интеграции с различными CRM-системами, PMS-системами и другими бизнес-приложениями, полноценный модуль контакт-центра, ну и, конечно, очень важная ремарка, что все продукты от 3CX профессионально переведены на русский язык, не какой-то Google Translate китайских решений, как это бывает зачастую с различными вендорами. Ну, а именно профессиональный качественный перевод. Ну, вот даже сейчас, вот, собственно, в окне этого вебинара можете там посмотреть интерфейс, оценить, что где написано, как переведено. Ну, и вообще в 3CX исторически работают русскоязычные сотрудники. Ну, вот, собственно, еще раз привет Елене, которая сегодня с нами. Так что с этим проблем не возникает. Может быть, хотите здесь что-то добавить или сразу дальше пойдем? Как? Да, можно и дальше. Ну, вот здесь, да, как раз Елену попрошу рассказать вообще о компании 3CX. Несколько слов, пока помолчу. Илья, большое спасибо. Действительно, у нас очень многонациональный коллектив, больше 20 национальностей и уже больше 100 сотрудников. Хотя, когда компания только была основана, Ником Галлер в 2005 году работало всего 12 сотрудников, и поэтому мы очень рады за наш рост. Рост по продажам традиционно 40% в год. И, конечно, мы благодарим IP-матику за помощь. Нам 3CX работает только через канал дистрибуции. И как самый ценный дистрибьютор в России и СНГ, конечно, компания Пиматика, мы вас благодарим. Я думаю, что здесь видите на слайде историю развития компании. И самое интересное, конечно, для нас это этот год 22-й, потому что запущен новый продукт. О нем мы позже расскажем более подробно с Ильей. Это продукт стартап, новый стартап. Некоторые партнеры уже назвали этот продукт большой глобальной 3CX-иной. Поэтому, да, будет интересно узнать, что это такое. А здесь посмотрим, какие были основные моменты в истории. Конечно же, сначала это было ATS только для Windows, да, затем компания приняла решение выпустить 3CX на Linux. Конечно, это очень важно. Без этого бы сейчас компания, наверное, вряд ли существовала бы. И было несколько приобретений, да, компания eWorks, после которой мы разработали 3CX видеоконференцинг, и сейчас все видеоконференции доступны во всех версиях 3CX и стандарты Professional и Enterprise, да, и даже в тестовых ключах все могут это попробовать и проводить вебинары и веб-встречи, и это все очень удобно. Следующее приобретение было очень тоже интересное, компания Elastix, да, все знают прекрасно эту компанию, южноамериканский производитель программной АТС, и еще несколько компаний, PBX, InnoFlash, которая разрабатывала АТС на Asterisk,
Компания Ascosia – это уже немецкий производитель АТС. Клиенты всех этих компаний были переведены на PrecX. Конечно же, все наши партнеры уже выиграли от этого. Я думаю, что здесь одна небольшая деталь. Да, 2016 год. Я, может быть, если у вас есть возможность это подрисовать, началась Love Story, 3CX и IP-матика, по-моему, 2016, если я не ошибаюсь. Верно? Да, да, это очень похоже на правду. Где-то так. Да, поэтому, конечно, сейчас мы предлагаем решение для развития бизнеса партнерам, всем IT-компаниям России, СНГ, и вместе с IP-матикой помогаем вам развивать бизнес. Наверное, можно перейти дальше, да? Я переключил слайд. Да, да. Хотели, спасибо, Илья. Хотели как раз подчеркнуть некоторые особенности партнерской программы. Ну, наверное, изначально подразумевалось, что это такая самая важная часть сегодняшнего вебинара, потому что мы приглашали в первую очередь новых партнеров, которые раньше работали с другими брендами, которые уходят с рынка. Ну и, наверное, для тех, кто уже знаком с брендом 3CX, тоже какие-то моменты подчеркнуть будет не лишним. Конечно, партнерская программа 3CX в первую очередь отличается бесплатным и простым входом, то есть у различных брендов бывают разные стандарты, разные требования. Иногда нужно чуть ли не самому заплатить деньги за то, чтобы получить дилерский статус, или пройти платную сертификацию, или пройти платное обучение, или закупить какой-то минимальный пул оборудования, программного обеспечения для того, чтобы вообще, в принципе, стартовать с каких-то минимальных условий. В 3CX ничего такого нет. Сразу при регистрации можно получить учебный период на полгода. За это время пройти сертификацию, получать расширенную поддержку, получать как сейловую, так и коммерческую, так и техническую помощь, получать за это время повышенную скидку для новых партнеров, без какой-то дополнительной лишней волокиты, бюрократии, без задержек, собственно, реализовывать свои первые проекты. Поэтому в этом смысле с 3CX удобно и просто начинать работать. То есть буквально нужно заполнить анкету на сайте 3CX.com, предоставить контактные данные, там небольшой, несложный опросник. Ну и, конечно, чтобы соответствовать законам Российской Федерации, заключить сублицензионный договор с нами для того, чтобы официально осуществлять все поставки, потому что, естественно, вся работа ведется абсолютно в белую по всем законам Российской Федерации. Да, если, Елена, захотите что-то добавить, конечно, в любой момент вклинивайтесь. Да, я поделилась сейчас ссылкой. Лучше, конечно же, регистрироваться по ссылке от IP-матики. Да, тогда ваши аккаунты будут сразу же связаны с дистрибьютором, не нужно будет делать каких-то лишних движений и сразу же получать информацию, кто контактное лицо, да, для общения и необходимую поддержку. Да, будем всегда, конечно, рады новым партнерам. Кроме простой партнерской программы 3CX, это еще система, обладающая уникальной системой лицензирования. Ну и действительно уникальная, я думаю, что это там не преувеличение, не маркетинговый слоган. Основное отличие 3CX, наверное, практически от любого другого решения, по крайней мере, от любого, которое я знаю, лицензирование идет не по количеству абонентов, а по количеству одновременных вызовов. Кому-то это может показаться сложным, непривычным, но тут дело привычки. Но в этом есть огромный плюс для компаний, у которых много сотрудников, много номеров, много абонентских устройств. Яркий пример – это гостиницы. У нас много таких примеров бывает, когда очень много номеров, в каждом стоит по телефону, но постояльцы редко звонят. То же самое может быть на каких-то производственных предприятиях, на заводах, в каких-то общежитиях, больницах, кампусах, где много устройств связи стоит по коридорам для экстренной связи, но пользуются ими, там, условно говоря, раз в месяц. Тогда получается, что не нужно платить за каждое абонентское устройство, можно взять маленькую лицензию, к примеру, там 16 одновременных вызовов на 200 гостиничных номеров, к примеру. И это получается выгодно, классно для конечного заказчика. А для партнера плюс, что они получают такое конкурентное преимущество, пусть кажется, что, может быть, можно было бы заработать больше, продать какие-то более дорогие решения. Тут иногда бывает лучше продать что-то, чем не продать ничего, заработать хотя бы на этом. Плюс, в любом случае, мы, конечно, всегда призываем делать комплексные решения, думать не только о программном обеспечении, но и обо всех других услугах и оборудовании, которые можно предложить заказчику, соответственно, увеличить свою маржинальность. Про это еще чуть-чуть позже скажем. Заканчивая с лицензированием 3CX, наверное, надо также отметить, что достаточно простая схема прайс-листа. Все лицензии годовые. Это, опять же, очень удобно для партнеров, потому что легко и просто получать стабильный доход, контролировать свой кэшфлоу и понимать, что из года в год, в один и тот же примерно период, заказчики будут приносить вам одни и те же деньги, и вы будете предсказуемы и, понятно, можете планировать свой бюджет. Опять же, в этом смысле, пусть не такие дорогие
годовые лицензии, получается, что это намного круче, чем как бы одноразовая продажа какой-то большой платформы. Но тут мой любимый пример, я уже приводил на прошлых вебинарах, что, как говорят в благотворительных фондах, вместо одного пожертвования в 10 тысяч рублей подпишитесь лучше, пожалуйста, на ежемесячный платеж хотя бы там по 100 рублей. И для нас это будет намного лучше, потому что мы сможем планировать свой бюджет. Ну вот примерно так же для вас, как для партнеров, это может работать и в конечном итоге принесет больше выгоды и пользы. Как раз обещанный слайд, на чем партнер может зарабатывать. Давайте, Елена, может быть, вам здесь как-то ближе, я вас попрошу этот слайд озвучить и рассказать. Да, по поводу лицензирования можно еще сделать. Наверное, я могу сама это сделать, да, шаг назад. Угу, да. По поводу лицензирования, все-таки сейчас еще есть продажи, лицензии бессрочные, и как раз у IP-матики есть единственные в мире лицензии, Илья. Да. Profession 32. Да, одновременно. Да. Сейчас есть продажи только редакции Enterprise с 32 и выше. Поэтому если все-таки какие-то из заказчиков будут интересоваться такими лицензиями, да, можно все-таки их предложить. Да, тоже обращайтесь, это, конечно, тоже не лишнее. Ну и здесь по заработку партнера 3CX, конечно, стремится к тому, чтобы вы, как новые партнеры и существующие партнеры, зарабатывали как можно больше. И скидка зависит от партнерского статуса. От 10 до 35%. И может быть дополнительная скидка от дистрибьютора, от компании IP-матики за какие-то крупные проекты. Так, Илья? Да, конечно. Ну, и мы, конечно, всегда стараемся помогать новым партнерам, предоставлять скидки, например, за успешное прохождение сертификации в нужные сроки при крупных проектах. Так что, конечно, обращайтесь, это все обсуждаемо, и мы, естественно, всегда готовы помочь, дополнительно поддержать. Ну и партнеры очень-очень хорошо зарабатывают на комиссии от сотрудничества с операторами связи, с VoIP-операторами, и по признанию некоторых партнеров, это даже гораздо больше, чем, в принципе, по лицензиям, по обновлениям лицензий. Есть, конечно же, маржа от сотрудничества с производителями оборудования. И здесь тоже Илья подскажет подробнее, как это обычно устроено, я думаю. Ну, конечно, да. То есть мы как комплексный дистрибутор и программное обеспечение оборудования всего комплекса решений для корпоративной связи, естественно, предлагаем сразу разрабатывать комплексные проекты и партнеру как бы зарабатывать больше. Например, ну вот и в чате тоже вопрос в тему, сейчас мы на него тоже ответим, ну и продолжу пример с гостиницами. Ну, например, если вы берете 3CX как коммуникационную платформу для отелей, то ничто не мешает вместе с этим предложить сразу и телефоны в номера, и телефоны для сотрудников, микросотовую сеть, например, развернуть по всей гостинице, сетевое оборудование, видеонаблюдение и так далее, так далее. Здесь вы можете, во-первых, ну, защитить свой проект сразу через нескольких вендоров и быть уверенным в своих инвестициях, получить большую маржу, опять же, зарегистрировав комплексный проект, получив дополнительные бонусы. Ну, кстати говоря, можно получить потом еще дополнительные ребейты, подарки, призы от вендоров за историю успешного внедрения и так далее, так далее. Так что здесь в целом как бы возможности вырастают. Ну и в плане непосредственно заработка и маржинальности это тоже получается выгодно и приятно, потому что можно в первый раз заработать как бы разом много, продав, например, там 200 телефонов в гостиницу, еще микросоту и там 15 камер видеонаблюдения. А потом из года в год на продлениях лицензии, соответственно, получать деньги, о которых я говорил, на постоянном приходе средств от заказчика. Так что в этом плане тоже все получается классно и интересно. Ну, давайте я... Да, и я... Да, да. Угу. Да, я поделилась сейчас ссылкой про модуль для отелей от 3CX. Да, возможность интеграции с отельными PMS. Я думаю, что это будет интересная информация, отвечая на ваш вопрос. Да, действительно, в 3CX есть интеграции со всеми ключевыми PMS-системами. Fidelio, Opera, Micros. Вот именно с 1С отель для российского рынка в базе нет, но теоретически это тоже можно сделать. Ну и вот как раз наши партнеры, в том числе компания Omniline или, например, компания «Деловой разговор». Я знаю, что Дмитрий, руководитель компании «Деловой разговор», тоже присутствует в чате, занимаются такими интеграциями. Ну и, с одной стороны, это возможность для партнера больше заработать, предложить какие-то дополнительные интеграции, кастомизированные решения непосредственно для заказчика. Ну и вы можете, опять же, в эти упомянутые компании, в ту же компанию Omniline, «Деловой разговор», обращаться на каких-то коммерческих условиях, разрабатывать совместные проекты, ну или покупать у них готовые модули интеграции с теми или иными системами. Это, конечно, тоже возможно. Тут рынок открыт. Думаю, что если коллеги захотят себя прорекламировать, они это сделают в чате. Ну, вот. Ну или, конечно, всегда с радостью предоставим слово. Поднимайте руки. Ну вот слайд, что предлагает 3CX для партнера. Здесь тоже предложу рассказать Елене. Все-таки, если речь идет про 3CX, в первую очередь вопрос именно к вам.
Да, с удовольствием. Это, в общем-то, моя работа, и я очень рада помогать партнерам из России и СНГ развивать бизнес StressX. Это то, что я говорю практически всегда при каждой нашей встрече, что есть у партнера, какие есть преимущества уже на старте. Конечно, это возможность бесплатно использовать StressX, два NFR-ключа. Они могут быть максимальной версией Enterprise, отличный размер лицензии, 32 одновременных вызова, и еще один ключ, 4 одновременных вызова, тоже Enterprise, для демонстрации StressX вашим клиентам. Это можно получить уже на старте, пройдя просто базовую сертификацию и активировав один из этих ключей. По сертификации обучение абсолютно бесплатное, и это тоже отличает старт партнерства с StressX от других вендоров. StressX упоминает вашу компанию на сайте. У нас есть раздел «Найти партнера». Это очень высоко посещаемый раздел для всех потенциальных клиентов по всему миру, да, и зачастую даже зарубежные компании ищут там каких-либо партнеров. Поэтому это довольно полезное упоминание. Что еще есть у партнера? Это, конечно же, техническая поддержка от вендора. Она бесплатная с одного из партнерских уровней, который называется «Серебряный», и он предполагает 7 500 евро продаж. И уже intermediate сертификацию, да, но это уже постепенно продвигаясь, да, по программе. До этого уровня тоже есть бесплатная поддержка, она основана на тикет-системе, да, как указано здесь на слайде. 5 обращений на старте, может быть, да, при прохождении базовой сертификации, и дальше уже 10 и неограниченная спустя определенные требования программы, да. Техподдержка также есть русскоязычная, да, Олег Резник обычно помогает, тренер, и по техническому обучению он помогает решать вопросы. Но обращения должны быть сначала на английском, да, потому что, может быть, какой-то еще из его коллег может взять этот вопрос на себя. У партнера есть еще несколько интересных инструментов для работы, и, конечно же, все это в удобном портале партнера, который сейчас обновился и стал гораздо удобнее. Поэтому, конечно же, у каждого партнера на старте есть доступ в такой портал, и есть маркетинг, набор по продажам, и все материалы абсолютно тоже бесплатные для демонстрации клиентам, для публикации у вас на сайте. И прямо в портале партнера можно создать тестовые ключи в неограниченном количестве, предложить 3CX как можно большему количеству вашей существующей клиентской базе, да, и новым клиентам, потенциальным клиентам. Ключи тестовые могут быть любой версии и абсолютно любой емкости. Да, это, наверное, очень классное преимущество и, возможно, одно из самых важных и очень крутой инструмент для работы с 3CX, для продажи этого решения. Ну, действительно, абсолютно любые ключи любого размера, любой редакции, на любое количество одновременных вызовов можно предлагать заказчикам на длительный период, 45 дней. Ну, это клево, и наши партнеры этим пользуются. Это реально отличный инструмент. Да, я переключил на следующий слайд, я так понял, что вы тут продолжите еще немножко про статусы. Да, Илья, с удовольствием. По поводу партнерской программы. Как раз здесь указаны основные статусы. Это бронзовый, это серебряный, золотой, платиновый и титановый. В России сейчас 2 титановых партнера, и это очень здорово, и мы очень надеемся, что их будет больше. И как раз те партнеры, которые сегодня вместе с нами, могут стать тоже титановыми. По крайней мере, мы с Ильей вам очень этого желаем всегда и готовы помогать, даже Илья. По поводу партнерской скидки. Как я уже упоминала, от 10 до 35%. И Appymatica дает еще дополнительные скидки, если у вас какой-то крупный проект. И, конечно же, программа устроена таким образом, что нужно обязательно проходить сертификацию, потому что вместе с сертификацией и определенным уровнем продаж, посмотрите, 2 500 евро – это для бронзового, да, 7 500 – серебряный и так далее, золотой, платиновый, титановый, нужно обязательно иметь сертификацию, да, для начинающих стандарт, basic сертификация, да, и дальше подготовительная и расширенная сертификация. Довольно это интересно IT-специалистам пройти эту сертификацию, она довольно простая и поможет вам знать продукт и легко устанавливать систему и еще проще ее администрировать. Ну и, собственно, здесь все остальные уровни и преимущества указаны на слайде, что есть по марже, как она отличается. Конечно же, многие стремятся с самого начала стать серебряным, потому что это неограниченная техподдержка, да, и вам гораздо проще работать с вашими клиентами, отдавая все задачи 3CX, да, по обслуживанию.
Ну, на серебряном не нужно ограничиваться. Мы, конечно, призываем становиться и золотыми, и платиновыми, и титановыми партнерами. Конечно. Ну, тут на этом слайде небольшое промежуточное подведение итогов. Чем, собственно, вот если вот так это все подытожить, выгодно 3CX? Ну, во-первых, повторюсь, это именно быстрое в развертывании коробочное решение, которое работает где угодно и как угодно. И это полностью программный продукт, который, соответственно, можно поставить на собственном локальном сервере, в облаке, где угодно. Нет привязки к какому-то конкретному железу, ну и, соответственно, всех ограничений с этим связанным. Но если, опять же, мы сегодня говорим там о переходе с каких-то вот решений, которые по, так скажем, по экстренным причинам вот появились, что стали недоступными. Ну, в принципе, глобально вопрос о переходе с железных решений на программные стоит уже там много лет, и это дискутируется. Ну, вот мы, конечно, пропагандируем свою идею, но в этом есть действительно большое количество плюсов. У 3CX отлично работающие приложения и для iOS, и для Android, для различных операционных систем. С этим тоже никаких проблем не возникает. Но и даже вот по личному опыту использования мобильного приложения там, крупного китайского производителя IP-ATS, могу сказать, что у 3CX, ну, действительно, там на три порядка все круче и более стабильно работает. Бесплатный модуль видеоконференций и вебинаров в каждой лицензии. Ну вот, пожалуйста, мы сейчас им пользуемся. Очень удобные и классные статусы пользователей. Ну и вообще в 3CX тоже с этим связано много плюсов. Ну, даже вот просто вспоминается пример, что в сравнении с другими решениями, если в разных филиалах, там, в разных городах или в разных странах установлен ATS 3CX, то они умеют, соответственно, передавать статусы друг на друга. И, например, сидя в Москве, мы можем получить статус коллеги, я не знаю, в Минске, в Алматы, в Новосибирске, где угодно, и увидеть, что он занят, разговаривает или, например, там, ушел на обед. В большинстве других решений так нельзя, это иногда составляет проблему. Опять же, QR-коды, это относится тоже к настройке системы и к приложениям. Очень удобно, буквально наведя телефон на экран, получить сразу все настройки, начать пользоваться платформой. Это удобно и для системных администраторов, и для простых пользователей. Не нужно всем создавать кучу лишних проблем, вопросов, и каждому лично объяснять, как там что настроить, где что написать, чтобы наконец-то начать пользоваться корпоративной телефонией. Автопровижн, конечно же, ну и вообще глобально совместимый со всеми ведущими производителями IP-телефонов. Ну и, конечно же, самыми популярными брендами, ну, в основном китайскими, понятное дело, которые работают и продолжают работать в России. Большое количество отчетов, дашбордов, возможности контроля и настраивания этого контроля как в колл-центрах для супервизоров, так и в обычных компаниях, ну, что действительно там нет в обычных, так скажем, там, старых, можно сказать, платформах и IP-ATS, во многих виртуальных платформах. Это все действительно круто, и предустановленных возможностей много. Классный, собственный, готовый алгоритм отказоустойчивости, то, что реализовано в редакции Enterprise. Ну, если вы изучали прайсы, вы или на предыдущих слайдах видели, вы могли заметить, что редакция Enterprise стоит, ну, там, буквально не намного дороже, чем редакция Professional, но это вот одна из основных отличий Enterprise от Pro – наличие вот этого отказоустойчивого кластера, но, по сути, наличие дублирующей ATS, который в случае чего, какой-то экстренной ситуации, в течение минуты-двух позволит продолжить работу. Замечание из чата про статусы пользователей. Если заблокировать ПК, статус моментально меняется на «отошел». Ну да, вот такие вот маленькие фишки, но разработчики 3CX о них подумали, и их достаточно много, которые упрощают работу, повышают эффективность и делают работу проще и, ну, и приятнее даже. Ну и да, вот отдельный последний пункт, еще раз повторимся, тиражный софт из Объединенных Арабских Эмиратов, действительно, то, что нас всех волнует, в этом плане в отношении 3CX обходит нас стороной. Ну вот как раз обещанный более подробный рассказ про 3CX стартап. Елена, здесь, наверное, тоже вас попрошу рассказать, как владеющим информацией из первых уст. Тут есть еще один интересный вопрос в чате про автопровижн. Тут нужно смотреть список поддерживаемых устройств, да, но наши партнеры умудряются подключать и неподдерживаемые аппараты, поэтому, конечно, стоит всегда обращаться прежде всего за советом к коллегам, да, партнерам, обязательно подскажут, и у многих есть уже свои шаблоны, методы подключения. Да, но в 3CX, конечно же, рекомендуют подключать только поддерживаемые. И я, кстати говоря, могу поделиться ссылкой на поддерживаемое оборудование. Секунду. Да, я эту ссылку сейчас уже открыл, сейчас тоже кину в чат. Конкретно вот указанные модели Cisco не нашел, но надо посмотреть, проверить. Если что, присылайте также нам на почту запросы, ну, конкретно там уже разберемся с нашими пресейл-инженерами.
То есть, в принципе, это все не проблема. Ну или можно... Сейчас тоже адрес напишу в почту, можно всегда по любым вопросам напрямую написать нашим пресейл-инженерам и получить консультацию. Теперь о новом продукте. Очень рада о нем рассказать. Только-только запустился продукт и пока только в тестовых целях, да? Но совсем скоро будет запущен полностью, и наша команда трудится внимательно над этим продуктом. До часа ночи, до 3 утра стараются как можно быстрее завершить дело. Что это такое? 3CX стартап. Для чего этот продукт создан? Конечно, он создан для небольших компаний, до 20 расширений, да, для таких клиентов, у которых нет достаточных скиллов, да, IT-скиллов, знаний, чтобы что-то устанавливать. Они не знают, что такое SIP Trunk, и хотят как-то попроще все устроить. Кроме того, это облачное решение, да, такая большая глобальная 3CX, которую чаще всего называют Shared PBX. И такой огромный облачный экземпляр, да, вы можете настраивать пользователей, добавлять какие-то функциональные возможности. Все это управляется со стороны 3CX. То есть вы как партнеры, вы экономите ваше время, ресурсы, вам гораздо нужно меньше, чем обычно. Кроме того, включается как ETS, так и хостинг, хотя хостинга официального в России и в многих других странах. Но именно этот продукт доступен глобально в любой точке мира. Скоро появится возможность управлять множеством клиентов, и будет путь к практически пассивному доходу для партнеров с комиссией от SIP-операторов и всеми прочими интересными вещами. Больше информации у нас на сайте. Пожалуйста, следите за публикациями в нашем блоге, регистрируйтесь в качестве партнеров 3CX и участвуйте в наших вебинарах отдельно по этому новому продукту. Я еще раз поделюсь ссылкой на регистрацию для новых партнеров, ссылка на сайте компании IPMatica, и мы обязательно расскажем вам больше, что это такое 3CX стартап и как вы можете на этом заработать. Кстати, отдельный привет тем, кто смотрит на записи на YouTube. Вот эти все упомянутые ссылки выше, вот там разместим в комментариях и в описании ролика. Наверное, последний такой общий слайд, но нельзя не сказать и там, не похвастаться, про самих себя рассказать, что именно IPMatica дополнительно предлагает как дистрибутор партнерам, кроме всех тех преимуществ, которые дает 3CX, о которых рассказывали выше. Мы платиновый дистрибутор в России, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане. 4 основные страны, в которых мы работаем. Но партнеры, вы никак не ограничены в географии своей работы. То есть 3CX не запрещает предлагать решения для заказчиков из любых стран. Поэтому наши партнеры из России продают, ну, по крайней мере, раньше продавали, и в Прибалтику, и в Молдавию, и в Ирландию был проект, в Испании, в Восточной Азии. То есть, ну, кто во что гораст, вы здесь ничем не ограничены. Партнер любого уровня может получить от нас бесплатную техническую поддержку по e-mail, по телефону, и также получить проектную помощь. Мы в некотором смысле оказываем защиту проектов ценой, но это может быть немножко громко сказано, но скорее будет правильно сказать, что партнер, который работает в проекте, который хочет защитить свои инвестиции, может заранее нам сообщить INN-заказчика, рассказать о проекте и рассчитывать на дополнительную скидку к своему статусу, там плюс 5%, ну, чтобы увеличить свою маржинальность и более гарантированно защитить свои инвестиции, чтобы никто другой в его проект не влез. Всегда можно получить консультацию технических специалистов, то, о чем я уже говорил, и адрес также есть в чате и на слайде. Если надо, поможем с какими-то документами, здесь, в принципе, тоже проблем нет. Ну и, опять же, обращайтесь по комплексным проектам, если будут, например, там, ATS, 3CX и телефоны, можно получить дополнительную скидку и там, и там. Ну, а потом еще и подарок по итогам года какой-нибудь. Ну, например, один из наших вендоров, Panvil, раздавал по $500. Ну, как бы, не то чтобы совсем уж и мелочь, и приятно. Так что в различных конкурсах тоже имеет смысл иногда участвовать. Также проводим обучение, вебинары, предлагаем маркетинговые материалы на русском языке, в том числе в распечатанном виде, кому нравится, там, приходить к заказчику с бумажкой, что-то оставлять от себя, пожалуйста, это все доступно. Вебинары можем проводить вместе с вами для ваших клиентов или вместе искать возможности поиска клиентов. Тут, опять же, открыто и с теми же партнерами, с компанией «Деловой разговор», «Унилайн», «ОМД» и так далее, и так далее. Мы нередко проводим совместные вебинары. То есть здесь мы открыты, пожалуйста, на любую вашу идею обязательно поможем. Давайте вместе работать. Ну и приходите к нам на бесплатное обучение, которое мы проводим в том числе офлайн. В Москве на следующей неделе еще можно записаться. В июне планируется в Санкт-Петербурге, ближе к концу лета в Ростове-на-Дону. Так что такие возможности есть. Проходить как бы Академию 3CX можно не только онлайн, хотя это тоже можно. И регулярно проводятся тренинги тьютором 3CX, который был выше упомянут. Ну и к нам тоже офлайн приходите, с удовольствием с вами пообщаемся. И важное замечание. Уже, получается, второй год на программное обеспечение
в России есть НДС в общем случае, но у нас есть также юрлицо, которое работает по упрощенности налогообложения без НДС, так что кому так удобнее, проще и чьим заказчикам так удобнее, проще работать, пожалуйста, обращайтесь. Есть возможность абсолютно легально работать и с НДС, и без НДС. Тут на выбор вас, как партнера, такая возможность тоже предусмотрена. Ну и вот часть, которая, наверное, самая такая, может быть, живая и для многих может показаться наиболее интересной. Собственно, сравнение с некоторыми вот этими западными решениями, которые уходят с российского рынка. По сути, первому пункту было посвящено все то, что мы говорили выше, более лояльная, простая партнерская программа. Ну, конечно, понятно, что в деталях где-то могут быть свои нюансы. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Но в среднем мы искренне уверены, что это так. Поэтому обращайтесь, всегда поможем, подскажем. Данные, которые приведены в открытых источниках, ну, собственно, на сайте 3cx.com, вы можете их найти. Сравнение по ценам. Там достаточно распространенная таблица с кучей разных нюансов. Если хотите, можете изучить. Но вывод в том, что сравнивать 3CX с такими решениями, как Rig Central, Microsoft Teams, 8 на 8, Avaya, например, на 50 пользователей с колл-центром, да, ссылку вы видите в чате, выгода в год составляет от 20 до 50 тысяч евро. Ну, то есть суммы прям разительные. Понятно, что какие-то решения, ну, например, тоже Rig Central или 8 на 8 в России, ну, если вообще были, то непопулярными, и чаще у нас сравнивают здесь с более дешевыми аналогами, но все равно 3CX очень приятный ценник, который в сравнении практически с любыми конкурентами выигрывает. Ну и даже мы проводили математическое сравнение с российскими виртуальными АТС. Ну, понятно, что это вообще отдельный разговор, не связанный с темой сегодняшнего вебинара. Но все равно годовая стоимость владения 3CX оказывается на уровне или даже выгоднее, чем сервис от популярных поставщиков виртуальных VIP АТС в России. Третий пункт про то, что 3CX это все включено. Действительно, нет никаких дополнительных доплат, трат за расширение, дополнительные модули, апгрейды. Ну, вот, например, в втором пункте не зря есть приписка, что на 50 пользователей с колл-центром, потому что, например, во многих других решениях, когда требуется модуль колл-центра, там стоимость увеличивается сразу чуть ли не в два, то и в несколько раз. Как бы, если хотите возможности для операторов, то будьте добры, там, доплатите, заплатите, и вообще это отдельная история. 3CX такого нет, пожалуйста, любая компания может пользоваться всем функционалом, включенным без каких-то дополнительных ограничений, но и при этом быть уверенными в стабильной стоимости ежегодных лицензий, потому что, ну, понятно, что от флуктуации курса рубля к евро мы никогда не застрахованы, но в евро цена на 3CX, на моей памяти, за там, 6 лет ни разу не увеличилась, а только уменьшалась, так что в этом плане в надежности поставщика можно быть абсолютно спокойными и уверенными. Про совместимость с оборудованием, да, выше уже рассказали, и это классно, и нет каких-то жестких требований, как у некоторых других производителей, что, например, наша станция может работать только с этими телефонами, ни с какими другими. Тут все гораздо более лояльно, и проблем не возникает. Поскольку решение программное и регулярно обновляемое, и оно живое в том плане, что разработчики работают и постоянно его обновляют, нет физического морального устаревания решения 3CX, решение застраховано от поломок, так что в этом плане никаких тоже проблем не возникает, и сложностей, что там, сломался какой-нибудь, условно говоря, винтик в старой АТС-ке, его теперь днем с огнем не сыщешь, и из-за этого приходится выкидывать решение, которое в свое время покупалось там за 12 миллионов рублей. Ну, вот такие истории реально встречаются в практике. Ну, в этом плане заказчик, ну и вы как партнер, будете от этого застрахованы. Ну, конечно, с одной стороны, партнеры говорят, что там, ну, отлично, решение из-за винтика сломается, мы еще раз продадим. Ну, может быть, один раз в жизни это прокатит, но в целом, конечно, качественно именно вот бизнеса на этом не построишь. Ну, еще раз, да, повторимся, в 3CX не требуется специальных навыков, каких-то сертификаций, не требуется вообще сертификации на стороне заказчиков, не нужно им владеть специально обученным человеком, который знает там досконально, я не знаю, Avaya, Cisco, там, другие перечисленные вендоры или любое другое решение, потому что система достаточно простая, и с помощью консультации партнера и нас любой сисадмин прекрасно разберется и сможет поддерживать. Да и обычно-то проблем никаких не возникает. Сейчас про это еще тоже скажем на одном из следующих слайдов. Вот как раз говоря про сисадминов, опыт, с которыми нам с нами поделилась как раз компания OmniLine, наш партнер, сегодня уже несколько раз упомянутый, средние трудозатраты IT-команды заказчика на 3CX где-то от
16 до 22 сисадмина. Ну, то есть не то, что не нужен отдельный человек, не нужна даже половина отдельного человека, какого-то там специалиста на полставки, чтобы заниматься решением от 3CX и поддерживать и контролировать. Тут достаточно обычного системного администратора, который просто часть своего времени рабочего будет тратить на обслуживание телефонной системы, там, может быть, на настройку отчетов, на решение каких-то текущих проблем, на рассылку писем приглашений новым пользователям, создание вебинаров, например, ну и так далее. То есть, в принципе, обычная работа, подсильная, ну, там, реально любому системному администратору. Но это, конечно, единственный пункт, посвященный простоте перехода. Среднее время перехода компании с 200 человек на 3CX – 2 дня. То есть, ну, буквально за выходные, и у нас таких примеров было много, если посмотреть историю успеха, там, на нашем сайте, на сайте вендора. Какие-то заказчики не хотят про себя открыто говорить, какие-то хотят, но, в принципе, примерами, конечно, конкретными делимся, и у нас на сайте ipmatica.ru это все можно найти. Обычно пользователи вообще не замечают изменений, что что-то произошло, что у них там глобально поменялась телефония в компании. Ну, как-то вроде поменялся интерфейс, стало удобнее, прикольнее, вы все просто подключились по QR-коду, не требуется никаких дополнительных внутренних обучений именно для юзеров, для сотрудников, для супервизоров, операторов, колл-центра и так далее. Все интуитивно понятно и просто, и тут не нужно городить каких-то дополнительных тренингов там на несколько дней, чтобы понять, как вообще этим пользоваться. Можно сохранить, конечно же, старый парк телефонов или даже там старый парк аналоговых телефонов и осуществлять постепенный плавный переход. Как мы уже выше говорили, стоимость именно первоначального перехода с учетом оборудования может быть очень кусачей для заказчика. Ну и здесь есть все возможности делать это плавно и постепенно. Тут как нужно и будет, и как проще. При этом отмечу, что действительно важно для партнеров. Вы как партнер сами выбираете модель заработка при инсталляциях и при поддержке и дальнейшем развитии проекта. Кто-то предоставляет техническую поддержку бесплатно как бонус. Кто-то берет поминутно. Кто-то за кейсы, за тикеты. Кто-то фиксированную плату за год. Кто-то продает модули интеграции как ПО, а работа бесплатно. Кто-то наоборот. Здесь, пожалуйста, смотрите, считайте экономику сами, как вам кажется лучше. Никаких требований здесь нет, и у нас все партнеры, каждый сам выбирает, как им лучше строить свой собственный бизнес, как у них это получается. Но могу сказать, что в итоге и те, и другие довольны. Ну, еще раз, да, про то, что в 3CX нет навязывания дополнительных сервисов, модулей, какого-то оборудования. Ну, вот то, что мы говорили на одном из предыдущих слайдов. Здесь это, конечно, тоже упрощает переход с любых других решений. Говорили сегодня про, так скажем, вечную тему перехода с железных решений на программные. Конечно, об этом говорят уже несколько лет, но, наверное, еще дольше говорят про сравнение платных решений условно-бесплатных, таких как там Asterisk, FreePBX, прочее, прочее. Наверное, всем известные. То есть даже если мы сегодня обсуждаем санкции, ну, это тоже нельзя не упомянуть. В принципе, и в контексте нашего сегодняшнего разговора тоже часто встречается, что вот, например, кого привести пример, Аваи больше в России пользоваться нельзя, но мы на Asterisk посидим. Но мы считаем, что не надо вам сидеть на Asterisk'е, лучше сразу просто переходите на 3CX, и будет вам счастье. Моя любимая цитата на этот счет приведена в первой строчке. На Asterisk можно сделать все, что угодно. Ну вот, вы все сами делать и будете. Это, конечно, цитата не моя, я ее услышал и записал, потому что она мне понравилась. Но действительно правда, что ничто само работать не будет, не начнет. Нужно все это допиливать, достраивать, выстраивать под собственные нужды. Это вызывает кучу проблем, сложностей и так далее. Этим занимается специальный человек, а не дай бог он уйдет, а если в процессе не оставят каких-то логов, записей. Ну, в общем, это огромное количество сложностей, трудностей и рисков, которые просто того, в принципе, не стоят. Кроме того, даже если посчитать математически, в 3CX достаточно низкая стоимость владения. Ну, действительно низкая. Если брать компанию среднюю на 100 сотрудников, примерный размер капекс первоначальных инвестиций 7 миллионов с лишним рублей, ну и затем operation расходы около 1 600 000 рублей в год. Эти данные я взял из статьи, опять же, нашего партнера компании Omniline, они тоже есть в открытом доступе, ну и мы, кстати, их даже в нашем блоге на Хабре недавно публиковали, подписывайтесь на нас, на Хабр, на Хабр тоже, там тоже рады лайкам и комментариям. А если просто посчитать стоимость для компании одного выделенного сотрудника, который будет сидеть и обслуживать тот же самый Asterisk, контролировать его, вот там, если все суммы взять на круг, вместе со всеми налогами, с рабочим местом, тех и так далее, до 4 миллионов рублей в год выходит. То есть, ну, уже как бы разница очевидна, и понятно, что там 3CX окупится буквально через несколько лет. Не говоря уже о всех дополнительных расходах на инфраструктуру и так далее, электричество можно посчитать и еще много чего, что профессиональные платные решения в итоге оказываются
выгоднее, проще, экономят для бизнеса кучу денег, а еще и эффективность работы повышают. Так что здесь заказчикам не надо скупиться, как говорится, скупой платит дважды, ну и сразу покупать у вас 3CX и радоваться всем вместе. Ну и вот последний слайд на сегодня. Я говорил про там, десятки примеров из разных отраслей. Эта информация есть, да, у нас на сайтах. Ну вот просто один из последних проектов, который также делала компания Omniline, ну и цитата вот, собственно, от заказчика, от представителя компании Aquaphor про то, как они заменили Asterisk на 3CX и как они довольны и счастливы. Ну, это вот прям реальный пример. Можете позвонить в колл-центр Aquaphor. Ну, кстати, интересно, они не поменяли стандартную мелодию 3CX, они сказали, что она им понравилась. И вот если вы туда позвоните, вы прям услышите вот ту самую мелодию. Я думаю, кто знает, тот поймет, что я имею в виду. И это прям стопроцентная гарантия, что вы звоните именно в колл-центр, который работает на 3CX. Недавно покупал у них фильтр. Сам фильтр мы ставили почти месяц, но могу сказать, что именно колл-центр прям отрабатывает идеально. Все мои возражения переводят друг другу, разным менеджерам, все как надо, только в конечном итоге толку нет, но это уже другая проблема, именно к техподдержке и качеству обработки вызовов никаких претензий абсолютно. Вот, это, конечно, только один пример, есть еще другие, если надо, обращайтесь. Можем в разных отраслях поискать всегда примеры, поделиться, например, в тех же гостиницах, производствах и так далее. Елена, мы здесь постепенно заканчиваем, если вы хотите что-то добавить, прокомментировать, дополнить, я с удовольствием помолчу. Да, я видела, что у нас были вопросы по интеграции с отельными PMS, по переходам с разных решений на 3CX. И вот я как раз поделилась ссылкой на кейс-стади, на историю внедрения у нас на сайте. Можно посмотреть интересующие ваши решения, как они проходили миграцию на 3CX, и Avaya, и Siemens, и Cisco, и все остальное прочее. Поэтому есть разные сферы, где проходила миграция с разных решений на 3CX. В последнее время все более популярно. Пожалуйста, заходите на наш сайт. На сайте IP-матики там есть материалы на русском языке в том числе. И большое вам всем спасибо. Вот тут вопрос очень интересный. Будет ли Олег? Да, Олег Агапов, представитель компании Omniline, написал, что не может к нам подключиться по техническим там, своим сложностям. Ну, он присутствует у нас здесь в чате, он сегодня ссылками делился. На слайде есть его контакты, можете всегда обратиться, пообщаться по любым вопросам без проблем. Ну, или если есть какой-то конкретный вопрос, то можете задать его сейчас прямо в чате, мы на него посмотрим. Олег, дай знак в чате. Ну, прекрасно, когда партнеры тогда общаются друг с другом. Ну, в принципе, всю информацию от компании Omniline мы так или иначе озвучили. Вроде возражений со стороны того же Олега не возникло. Вот. Ну, а контакты все наши есть на слайде. И если поддерживаете идею, мы можем повторить еще этот вебинар когда-то, может быть, в следующем месяце. Как вы считаете? Уже с Олегом, может быть? Попробуем, да, может быть. Отлично. Может быть, сделаем действительно отдельный вебинар, где партнеры именно со своей стороны расскажут свое видение вот этого вот перехода и сложности, которые возникают, если они согласятся поделиться своим опытом досконально и раскрыть свои секреты. Ну, хорошо, всем спасибо. Наверное, на этом можно заканчивать, я думаю. Да, большое всем спасибо. Регистрируйтесь, если вы еще этого не сделали, по ссылке на сайте компании IP-матика. Регистрируйтесь в качестве партнера 3CX. Ну и я с вами свяжусь, или я, конечно, тоже. И мы поможем вам на старте и по всем вопросам. Да, ну и с 17 по 19 мая, напомню, вот в разделе Events на нашем сайте тоже можете посмотреть, пойдет бесплатный трехдневный обучающий курс по 3CX для технических специалистов-инженеров. Еще есть пара мест, можете зарегистрироваться. Накормим, напоим, материалы раздадим, всему научим. Можно зарегистрироваться на любое количество дней по уровням, только, например, на базовый или только на продвинутый, кому как удобно. Приходите, еще есть несколько дней, чтобы решиться. А так, ну, всем пока. Пока-пока. Всем спасибо. До свидания.